Всем привет, привет, привет. На фото грохот в Ленингур района. Омер от Ленингур, вот это мерто. Часонгу маша мидема. Цирку лака ума боха частам, кашон дом боками. Ой, учи сондун. Я бы хочу мощный компания стам. В общем, кучу дестам маша фетом, буду фетчер тут самохтан. Поехали. Вот вам дисак ташевы. Мадина, вола на фоне церкви Асисун. Чик, чик. Лауровна, фене фетто. Дунус арте тарса шарума. Налево. Ола мо ордиги окасут. Крепос кызына мен ордиги ола. Ордиги кетезине фастатик бокаса айдуштур. Чебрец. Дагалта до монастыря. Финский монастырь, дагалта мой. Мадинет, мадинет до локации. Мадинет, Ола Ленингура, я так и капаста, уже душецкий душедец. Я на ноги, о, дижма. Калук. Да, да, да. Ола, правда, хочу ли тут? Я так карьер фала дебини так ноль. Nem mogok itt menni, nem úgy szeretek most. Mondd el, hogy ilyen hírjön, vagy?
ты не спец в кондарях? Ну, а жить-то? Откуда такие возьмут? Я тоже смотрела. Тебе, Сашко, спасибо. Тебе, Сашко, спасибо. Ожи кавда, родите мушника, вода джика, йос крепоста и вода уи. Крепоста, замокта. Не просто единичный башня так, а именно крепоста джи. Это тоже Ленин горе. Ой, уже это циркул, да. Как? Циркул. А может там же крепоста махал. Циркул махал, да, ну аж кавда, не циркул. Сам я думаю, большая машина, вода, горе со взрослого локами. Ано кончавет кон концентра. Ао. Ао комар бозе дефта. Ую, не то что у нас, ую крепост. Ордеги на зоне фалам ургек касой. Четырех этажник. Бастион именно на английский замок тай ход йохан. Ой, да, это дис. Я же стал ты. А вот мы проезжали, тоже какое-то значимое такое. Хажор? И хайдер остановил, тоди хайдер не есть. Мне паста, то есть детский монофильм. Гузем. Получается, что вот та сторона уже Грузия. Нет, мы пока в Осетии, какая Грузия. Ну, это Дахала. Она служила славы. Копе фаста. Ож копе фаста. Давай нема хох вола. То есть через километров 10. За горой. Там проходит двойная грузинская дорога. Покажи участок. Примерно душит. Душецкий авто. Он уха, вернее, он уха. Дитро Вальдар, Посоноур. Ма и через 30 километров стоит Гудаур. Кудыком. Продолжаем нашу интересную дорогу. Впереди нас ждет интересное. Мы проехали Балаан. Вот она моя прекрасная компания. Да, нет. Да. Все педагоги добро носящие, приносящие. Самая гуманная профессия. Вот, самые гуманные люди. Едем дальше. Следующий пункт Ларгвис. В общем, добрались до Ларгвис. Вошли через триумфальные арки, можно сказать, главные ворота. То есть в Ларгвисе здесь церковь и крепостной комплекс, где до того, как спустись в Ленингор, старый Ахалгор, князя Эриставы Ксанские, до этого они проживали здесь. Я пропадаю наблюдать за этой красотой. Смотрите. В десятке самых больших храмов на территории Южной Осетии. А у меня балласт околту, и дрон балласта бира зады. Вот так идет крепостная стена, как сюда. Здесь короткая история. Ага. Бахаста там. Мидама. Дяна, Райма. Я обожаю вот здесь одно место, которое вот так, если снимать, Касма, на этот, посмотри, на этот, на... Ага. А Марджи хуй как стоит, это вообще там эффект дает. Деревянный иконостас. Судя по всему, здесь раньше каменный был. Ну, зарунди комната. Вот там шарахта вайм бойда. Кадиская фанта. Ой, что будет дальше?
Ага. 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 Ремонт дорога. Над храмом возвышается целый замковый комплекс Улама. Крепости огромные. Я уже эти места снимал в 2017-2018 году. Так что посмотрите на канале, есть записи. Семейный Ларгвис. На этом храме тоже интересные вот такие элементы резьбы по камню. Кто растолкует значение, это значит рука с небес, а что такое Эль? На стенах храма всегда было очень много символизма, связанные так или иначе с библейскими сюжетами. Так, а это, наверное, уже современные надписи на грузинском. Нав йохор стадизан дисадай. Да. Оштукатуренный был, белого цвета. Поднялись выше, непосредственно у самого замка, где проживали Ирсталты. Диана! Диана! Нахи сордам! Надам сын! Ага! Очень масштабно сделано все, очень масштабно, крупно. Так, смертельный номер. А уже че умала, мала, я сам я после дуравил. Учитываем то, что сейчас 3 метра, мы на кассу. 24 метра лик. А? Надо еще гнать, да, валил хизинч, мы на мазах камись, мы на вот. Дальше. Так, дальше нескромные моменты мы не снимаем. Авто и вот с Аликом только что провели спасательную операцию. Отхастерство. О, да уж это двор, ай. Вот такая у нас красота вокруг, друзья. Вон он, да. Мама, подсвет подорвай, Хсев. Наш звонарь. Отец Алик. Будущий отец Алик. Игумен. Оламо Кайоскому, мидяма, дарой. Мэнди дома ушел с Кавтай. По карте показывает десяток сел. Знаешь, еще медудья и башня остави. Еще масса годы. Кокатто, то есть, фандок, что дьявол тачиган? Ай, да, рассуд туда, не так там. Ага. Палаши дали, ай, дар писал. Фу, тачиган, а кеттер рассуд.
Ай, мы на один завдешник уфала, гадим, а ну, что дать тогда что-то, фала, уже дуну дима. Дон, дон, мана мог, кроуц, кроуц стоит. Два дуна стоит. В общем, вкратце, чтобы не повторяться много раз, ибо я уже снимал эти локации, продолжаем нашу дорогу дальше в сторону селения Павлиани и Елойтыхов. Значит, нас там ждет крепость, которая, как говорят, принадлежала такой исторической личности, как Георгий Саакадзе. В общем, посмотрим, что это за чудо. Вернее, подписчики моего канала, наверное, давно уже видели, я снимал ту крепость. Ну, посмотрим свежим взглядом. Пятый тоже хижин на торсти, фалам торсы. Нафандок Харам Дортер Лоргвисел, селени Лоргвис. Куца. Das ist Schweine, Schweine. Bitte gut kommen. Ай, Евгений школа, скорее всего. Когда ты у нас та школа, и то сей сови. Думаю, на школу мы накаю свой. То есть кайос кауди, ход усей? Духа тоже дышит. Это Лорвисок супермаркет. Слева. Так, дорогие друзья, мы проехали Лоргвис, Елойтыхов. Елойтыхов, сейчас будем переправляться через Дзимырдун. Вот, вброд через реку. Вот через эти местности будем проходить. В общем, Дзимыр Масхачас там, Фачокаума. С нами еще сегодня короткий Паджеро. Показал себя молодцом. Залина, ты мисс Джипер. Вот, Оше Дистон.
Хорошо памятный кистун всем ветеранам, не вернувшимся с фронта. Зиммергомай. В общем, да. Шам дортар. Едма шам тугуйте суорма. А чё здесь там, ахи готхо тут? Жим-жим? Жим-жим есть? И жим-жим, и всё есть. Только, пожалуйста, затем. Билем на Кавордыге. Километров 3. Ну, в общем, дорогие друзья, это у нас получилось. Я максимально груженный. 7 человек вместе с ручной кладью, сказать. Еле добрались до Нижнего Дзиморского минерального источника, который славится тем, что он полезен для тех, у кого проблемы с сахарным диабетом. Вот набираем, пьем. И я устал чертовски, потому что это очень тяжелая дорога. Кто был в Дзиморском ущелье, не даст соврать. И это не самая сложная часть дороги, потому что если подниматься выше, где Битаровы, Дзебесата, к другому источнику, там вообще жесть. Ну что ж, я исчезаю с кадров. Наблюдайте за происходящим. Вот здесь у нас Тогуйта. Здесь жили представители фамилии Тогоевых. И это не просто башня. Там было реально селение. Еще одна уникальная башня. Так, я могу ошибиться, поэтому я не могу сказать. То ли Макиевых, то ли Пагаевых. Я точно не помню уже. Гляньте мои прошлогодние видео, которые я снимал. Здесь наверх идет тропа и поднимается на верхний Дзимер. Помните, я снимал вам башни. Вот там ночью скажут, Марина. О, Маду. О, ладно, ну джой. Масык. Вернее, масык, наверное, а южвор. Церковь. Ола, ола, отруга, олай. Ты неимоверный бы на теста. Ахсар, он стоит же. Куда зарда маша дун? О, сезвари на хузан дун. Мош, умош ниши. Вот сакара на упал из него в те же ночи. Так что долой сахар. О, Ватиган, катар машина фантагу дает, ай. О, широ. Невероятный. Опа. Зиммердон. В общем, друзья, я не заснял Елойта, а если у меня получится, за светло спустимся, я сниму Елойта и Павлиани. То есть у меня сегодня в планах не было сюда поехать, но вот как-то вот так получилось. Заодно проверил возможности и способности своей машины. Да, его надо чуть-чуть лифтовать, но физически вытягивает на все 100. Ничем Патриоту не уступает. Вот такая машина. Лучше Велика может быть только Митсубиси Делика. В общем, мы герои. Ладно, я там какой-то прохаванный волк, но те люди, которые сегодня со мной проехались, они как минимум герои. Их крепость крепче, чем вот та крепость, которому 1000 лет. Кстати, еду такая там,
спустились в Цзимыргумо. Ола фастия. Ладно, я убираю, как вы говорите, мой фейс все заполняет, так что исчезаю в фитер. Вот. Лучше посмотрите на героев сегодняшней поездки. Лариса, Залина, Шхунта, Олик, Мадина, Вероника решила сегодня умереть, но она передумала. Катя, Диана, Эмма, Леечка. Герои сегодня. Всем хороших поездок. Еду и такая Павлиан, и вот там наверху с павлинами не связано. Это связано с фамилией Павлиш, Павлиашвили, которые здесь живут. Фу. И, естественно, топливо. Без этого топлива в горы никак. Даже если вы ярые трезвенники, без пол-литра в горы никак, ну нельзя. Ну хотя бы раны потом можете замазывать. Раны нам сегодня не пришлось мазать, а вот раны машины надо еще посмотреть. Хотя помолиться пришлось. Вот, да. Мы не знали, что мы такие набожные и столько молитв знаем. Вот обон гурамасикта. Масикта мимо и собун. Вот за тем хребтом у нас Ломис, за ним Кудыком, который вы знаете как Гудаури. В общем, всем спасибо, если что-то еще будет, временный пока. И как там говорится, ставьте лайки, там все такое там. Хорошие комментарии, плохие я все равно не пропускаю. Только хорошие комментарии. Чабахмануди удар.